Всех приветствую, мои дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала. С вами я, Роман. Привет, подписота. Короче, сегодня у нас будет обзор на энергетик. Сегодня я провел 5 часов на ногах. Сегодня я гулял в городе у себя на районе со своими друзьями, двумя очень хорошими людьми, Евгением и Артемом. И хотел бы я... Обычно я вообще такое не беру, обычно я вообще за здоровье не покупаю практически энергетические напитки. Но сегодня тот день, когда я отважился попробовать. А что будет, если я куплю энергетик данный? 67 рублей обошелся мне в ларечке, который торгует еще дополнительно сигаретами. То есть получается накрутка, как минимум, цена. Это напиток безалкогольный, тонизирующий, энергетически газированный, витаминизированный, спешу заметить, флеш-ап, энергия мятлы лайм. Состав: вода питьевая очищенная, сахар, регуляторы кислотности, кислота лимонная, то есть лимонная кислота, а также цитрат натрия. Дальше таурин уже идет и натуральные вкуса, ароматические вещества, масло мяты, ароматизатор пищевой натуральный тип лайм, ароматизатор пищевой натуральный, нейтральная эмульсия и стабилизатор. Е-440-445, антикиситель Е-340-406, ретрокислотности Е-270, антикиситель аскорбиновая кислота, кофеин, премикс витамины, ниацин, пантотеновая кислота, витамин В6, фолиевая кислота, биотин, витамин В12, консервант сорбат калия и бензоат натрия, концентрированный сок лайма, пищевая ценность 45 килокалорий, углеводы 1 грамм. Россия, Ростовская область, изготовитель, город Ростов-на-Дону. То есть, блин, он местный. Он производится у нас в городе Ростове. Ну, могу сказать, ребятки, аккуратненько сейчас. Первый раз, второй раз за всю жизнь. Я, если честно, флеш 100 лет не пил уже. 100 лет уже не пробовал флеш Up Energy. Блин, такое чувство, что я сейчас открыл свежую бутылку Lime & Fresh, блин. Вот такое чисто у меня ощущение. Пахнет сильно прям аромат бьет прям мятый. Мятный прям аромат. Но бутылочка здесь 0,5 литра, тут нечего пить, по идее. Не должно мне быть плохо, надеюсь. Тьфу-тьфу-тьфу. Все, пробуем флеш. Цвет такой обычный, можно сказать, прозрачный. Даже красителя особо нету, не видно. И также пробуем его. Пузырьки такие газированные. Вроде достаточно приятный вкус у него. Ну, на вкус, честно, как обычная газировка, только чуть-чуть с кислинкой, с привкусом кислым, таким, как будто бы, как будто бы вы Lime & Fresh пьете. Ну все, много энергетиков нельзя, я выпил вот такую вот кружечку, всего лишь маленькую, никому не советую употреблять энергетики, лучше уж идти естественным путем. Это я вот устал, и сейчас я оценю, как на меня будет ли у меня какой-то прилив силы или бодрости, долго ли я после этого буду чувствовать себя выспавшимся, отдохнувшим. Давно последний раз я пил в школе флэш, году эдак 2015 где-то я примерно пил флэш, когда я еще в школе учился школьником. Вот, ладно. Приятный запах, будто бы Lime & Fresh, обычный, классический, оригинальный. Приятный вкус и запах у него. За вкус напитка ставлю пятерочку. Все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ностальгия, потому что именно. А те, кто пьет его, пишите в комментарии, пробовали ли вы хоть раз этот данный энергетик. Все, ребятки, пока.